Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня я исполню стихотворение господина Анинского. А исполню я его для одной из представительниц прекрасного пола. Королева Надин, для тебя. Среди миров мерцание светил. Одной звезды я повторяю имя. Не потому, чтоб я ее любил, а потому что я томлюсь с другими. И если мне сомнение тяжело, я у нее одной ищу ответа. Не потому, что от нее светло, а потому что с ней не надо света. Ведьмочка, с тобой не нужно света. Всем спасибо.